Девчонки, короткое видео буквально на одну минуту. У меня тут просто немножко... я поняла, что ввели в заблуждение население, и я срочно должна объяснить разницу. Какая-то девушка в комментарии к видео, которое вышло час назад, написала, что она обратилась в Хонг на завод и получила официальный ответ, что у нее в изделии, значит... бирюза прессованная, крашеная. Она не у меня покупала, вы не подумайте, она покупала на Украине, у кого-то заказывала, значит, с завода. На что хочу ей ответить. Дорогая, есть два вида вставок в Хонге. Я об этом не знала, пока не попала на выставку в Гонконге, где увидела брошь, которую потом кто-то из девчонок купил. И мне там объяснили, что есть два вида. Можно заказать натуральную бирюзу, и вот, соответственно, она и стоит дорого. А можно заказать изделия. Вот смотрите, вот эта вот замечательная жар-птица, в ней стоят как натуральные, так и прессованная бирюза, капелька. Это не бирюза вот этого класса. Теперь посмотрите на его вид и на его оттенок. Вы видите, что это разница. Это вообще два разных камня. То есть, когда вы заявляете в комментарии, что у вас есть официальный ответ, что бирюза прессованная, крашеная, это имеется в виду в вашем изделии, которое вы купили. Если я закажу вот такие вот серьги, вот с такой вот бирюзой прессованной, крашеной, она будет стоить в два раза дешевле, понимаете, чем вот эта цена на данное изделие. То есть, из чего я опять хочу объяснить ситуацию. Если серьги стоят $103 пара, то вот с такой вот бирюзой в том же заводе они будут стоить полцены. То есть вы сначала выясните, сколько вы заплатили за изделие. Если заплатили дешево, то, разумеется, вам поставили вот эту вот, вот она, бирюзу, которая прессованная, крашеная. Может быть, это даже говлит. В данном случае это брошь. У нас не было каких-то особых задач поразить всех камнями, да, мы хотели россыпь натуральных камней для того, чтобы был красивый хвостик. Поэтому они добавили также и бирюзовый цвет. Между прочим, насчет лазурита, здесь я тоже не уверена, что это лазурит не прессованный. Остальное, да, сердолик, оникс, перламутр, и, значит, два вида перламутра, это, разумеется, все натурально, и агат зеленый. Вот, так что еще раз, ребята, когда вы безапелляционно заявляете в комментариях некую информацию, которая есть у вас, сначала ее проверьте. Еще раз показываю разницу. Вот дешевая прессованная бирюза в Хонге. Вот она. И вот натуральная дорогая бирюза в Хонге. Видите разницу? Я надеюсь, что всем видно. Все, ребята, до встречи. Спасибо за внимание.